Всем привет! В этом видео показано, как можно своими руками сделать очень удобную садовую скамейку. Для изготовления ножек я подобрал сухие сосновые доски сечением 50 на 200 мм. Затем прострогал их на рейсмусе. По итогу толщина досок у меня получилась 45 мм. Чтобы получить несколько одинаковых ножек, я заранее из листа ЛДСП выпилил лекало. Затем, используя ручной фрезер с копировальной втулкой и длинной пазовой фрезой, за несколько проходов вырезаю ножки. Задние ножки готовы, передние вырезаю аналогичным образом. Затем выпиливаю бруски сечением 45 на 60 мм, которые будут служить поперечными. Для удобства сборку ножек выполняю на заранее размеченном столе. Собирать все ножки буду в пол дерева и сразу размечаю места их соединений. Затем на торцовочной пиле отпиливаю все в необходимый размер и ей же выбираю пазы в местах соединений.
Глубину пазов делаю около 10 миллиметров. На всех деталях снимаю фаски. Ее размер у меня около 4-5 мм. Затем все детали склеиваю столярным клеем и для большей надежности скручиваю саморезами. Места установки саморезов скрываю шкантами. Ножки собраны, после этого торцую их по высоте, отпиливаю все выпирающие части и снимаю оставшиеся фаски. Чтобы придать конструкции скамейки дополнительную жесткость, снизу ножки соединяю поперечным бруском.
Затем подготавливаю доски для сидения и спинки. При этом сиденье делаю из досок толщиной 50 мм, для спинки использую 40-ую доску. После строгания их толщина у меня получилась 45 и 35 мм. Все доски отпиливаю на ширину 135 мм. И затем торцую их по длине. В моем случае это 1300 мм. Затем, как и на ножках, снимаю фаски. Крепить доски к ножкам буду на саморезы, под которые сразу просверливаю отверстия. Затем все части скамейки тщательно промазываю защитной пропиткой. И после того, как все высохнет, собираю скамейку. Надеюсь, видео было полезным. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. И до новых встреч!